И снова всем привет, Фростпанк продолжается, чертова возьми, и у нас тут есть проблемки с едой, и все шансы остаться совершенно голодными, но я думаю, что этот вопрос мы с вами решим. Не забывайте ставить лайки под видео, подписываться на канал, поехали. Значится так, мы с вами поступим, как я и говорил в прошлый раз. Мы сейчас вылечим быстренько всех больных, разберем временно один лазарет, заберем обратно паровое ядро, ну и собственно построим продвинутую ферму, которая может у нас днем нашу еду замечательно добывать. Конечно же, эту ферму по максимуму прокачаем. Нам бы, если честно, хотелось бы не одну, а две таких фермы. По-хорошему, мы можем также разобрать еще историю с фабрикой, но, возможно, я бы лучше построил бы одного автоматона, чтобы он ночью еду добывал. Но, опять же, это паровое ядро. В общем, пока что вопросов достаточно много. Я думаю, что первым делом мы все-таки воспользуемся историей с тем, чтобы разобрать что-нибудь. Но вообще у нас накопилось очень много ресурсов. В принципе, строить особо нечего, да, по-хорошему. Ну как нечего? Есть чего, но этого нам в любом случае хватит не только на постройку чего-либо. Я сделаю дополнительный мост, чтобы мы уже могли потихонечку переезжать как бы дальше. Здесь у нас может появиться угольная шахта. Я точно не помню, но мне казалось, что где-то еще может быть стенной бур. Я не помню, где это могло быть. Не только здесь должен был быть стенной бур. Да, все верно. Вот еще один здесь. То есть, по-хорошему, мы можем дальше поехать туда. Ну, а здесь просто можно ресурсы собрать. Там как раз те самые паровые ядра. И помнится, мы с вами, да, строили тот самый пост добычи, который готов. Здесь пока поработают инженеры на отоплении, потому что вариантов других у нас просто-напросто нету. Но мы почти у цели по больным. Можно было бы, конечно, ребят накормить. Но вы помните, да, какая у нас проблема? У нас проблема с едой. И сейчас не очень хочется тратить на это дополнительные средства. Вот здесь уже почти вылечились все. Нет, не все. Хорошо, а что у нас вот здесь, как дела? Здесь вот нет пациентов, да? То есть, в принципе, я могу, наверное, вот этих распустить. Они, конечно, все выбирают более хороший вариант лечения. Вот здесь нет пациентов. Давайте разберем пока временно вот эту историю. И построим, собственно, ферму. К сожалению, ферма еще пока не изучилась. Можем ли мы что-то, да, использовать вот такого формата? Немножко потратим. Ничего страшного. Я просто хочу врубить чрезвычайную смену, чтобы ферма изучалась. Ну и, соответственно, в дальнейшем изучить вот эту замечательную хрень по селекции. Потому что это нам позволит чуть быстрее еду добывать. Я что-то совсем затупил. Стоило включить обратно охотников, потому что они же смогут добывать хоть какое-то количество еды. Ну, пусть это будет 2, но с каждого по чуть-чуть, как говорится, и, в общем, какое-то количество мы получим. Охренительно. Дошел разведчик, теплица изучилась. Давайте исследуем. Смотрим сломанное дерево. Едем дальше, дружище, конечно же. И построим, соответственно, первую нашу теплицу. Давайте-ка посмотрим, как тут вообще все это будет выглядеть. Блин, ну здесь явно вторая, да, не влезает. То есть тут... По-любому. Что можно сделать? Можно продумать тот вариант, что мы, конечно, фабрику пока разберем и немножко перенесем дороги вместе с обогревателем. Немножко нерационально, конечно, это все. Но, по-хорошему, здесь везде есть тепловые зоны теперь у нас, да, в которые можно теплицу добавлять, потому что все эти зоны по режиму работают и, в принципе, без разницы. Поэтому, блин, даже не знаю. Наверное, я здесь построю, чтобы им недалеко ходить было до стройки. Нам, потому что теплица на следующее утро уже нужна. Ну и что там с технологиями? Давайте-ка глянем. С технологиями что у нас? Мы хотели с вами селекцию в теплицах. Как бы охотники, конечно, это все классно. 45 единиц сырой пищи, но... Сейчас это ни к чему. 120 нужно дерево. Дерева пока не очень хватает. А сколько стоит стенной бур улучшить? 35 стали. Но при этом нужно будет дополнительное паровое ядро, которого у нас нету сейчас. Оно, возможно, будет, когда инженеры начнут собирать. Но давайте так, как стали у нас в избытке, я пока что технологию вот эту изучу, чтобы время зря не тратить, но потом уже глянем. Так, разведчик на месте. Ну, что скажешь, дружище? Пустое убежище, каменный обелиск. Давай на пустое убежище сходим, я думаю, там какие-никакие ресурсы, и тут у нас что-то закончилось. Я так понял, что это уголь, да? Да, все, вот этот пост добычи можно смело разбирать. Отсюда угля мы больше не получим. Что вообще можно еще сделать? Я бы хотел бы построить дополнительный склад ресурсов, потому что мне кажется, что все-таки нам нужно копить угля больше, чем мы сейчас имеем. Только ради этого, блин, где склады-то строить? Где я точно не буду жить, так скажем, да? Я точно не буду жить вот здесь, мне кажется. Потому что, ну не знаю, зачем. Просто зачем? Я могу занять какие-то другие островки. Например, вот этот вот поджилой район очень подходит. Он достаточно большой. Поэтому давайте, наверное, я склады буду размещать где-то здесь. Это не имеет большого значения. Хотя можно вообще по красоте сделать. Давайте так и поступим. Мы дорогу выровняем. Сейчас, как только это все произойдет, мы вот это вот подснесем. И я думаю, что будет вообще красота. Ну, а ты что скажешь, дружище? Уголь и древесина. Ну, в принципе, тоже неплохо, окей. Но при этом
ты не нашел. А, нет, нашел. Замерзшее озеро 16 часов. Но они теперь бегают достаточно быстро. Я думаю, что до бури мы теперь будем успевать находить прям все, что есть на карте. Да, ребятки, с едой это проблемы у нас. И кто-то помирает, к сожалению. Давайте-ка не умирайте. Сюда можно по-хорошему детей закидывать. Да, почему бы и нет? Пускай здесь дети работают. Посмотрим, сколько нам будет давать еды теплица. И уже будем принимать какие-то решения, возможно, что-то еще разбирать. Запомнили, закрепили, что вот здесь у нас должен быть лазарет. Что у нас с дорогой? Дорогу пока еще не сделали, поэтому ждем. А вот и дорога подъехала, отлично. Ну-ка, дайте-ка я теперь здесь подкорректирую вот эту историю. Нам больше это не потребуется. Ну и, соответственно, у нас склад. Склад ресурсов. Не знаю, может быть, еще какой-то склад. Блин, как поставить-то лучше? С этой стороны, может. С этой стороны не ставится. Вот в чем проблема. А здесь мост мешает. Ну давайте, ладно, вот один сюда воткну я пока что. Не знаю, вроде больше ни под что он не нужен, этот склад. Можно, конечно, было бы большие склады пилить. Наверное, прямо вот сюда бы один большой склад вставал бы идеально. Ну и почему? На лечении, конечно же. Хорошо, инженеры. Собирается, идет на стройплощадку. Так, давайте пока паузу здесь поставим, чтобы они пошли не на стройплощадку, а еду добывать. Да, то есть, что сейчас пишут нам? Молится, собирается молиться, идет на работу. Все, замечательно. Скоро это все дело заработает. Значит, технология. Технология готова. Давайте тогда будем копить дерево, да, наверное. Будем копить дерево. И пока что вот сделаем... Ну, как копить? Мы будем сейчас тратить его на эту технологию. Ну, давайте возьмем термоизоляцию. Все равно будет похолодание, тем более вон там, да, каждый день по одному. И чтобы наши теплицы работали, нам сейчас это дело, конечно же, нужно. Так, доходит разведчик. Ну, что скажешь? Каменный пик. Ни хрена интересного, на самом деле. Пускай дальше гуляют. Слушайте, на самом деле, хорошие новости. Уже одно паровое ядро отсюда приехало к нам в копилочку. И осталось одно разобрать, соответственно. Оно нам нужно для того, чтобы еще одну теплицу поставить. Блин, а здесь какие-то еще обломки деревянные. Может быть, мы тоже их соберем под шумок, да? Потому что зачем они здесь лежат? Сейчас какой-нибудь пост добычи поставим, каких-нибудь ребят сюда назначим. Они, собственно, нам что-нибудь подсоберут. Здесь можно с паузы снимать, чтобы это строилось. Да, потому что уголь уже уперся. Так. Что нашел? Ни хрена, кроме новых каких-то пунктов. Замечательно, едем. Смотрите-ка, собственно, готово все у нас. Здесь разобрано, это можно сносить. Дорогу тоже я, пожалуй, убираю. Хоть какое-то дерево, но возвращается в любом случае. Ну и, наверное, как мы поступим? Нам нужно куда-то теперь эту теплицу вторую воткнуть. Ну, скорее всего, вот сюда мы ее воткнем, потому что я больше ничего здесь не вижу особо такого, что можно было бы построить. Промышленная теплица замечательно встает. Кстати, здесь она еще под воздействием святилища, поэтому у нее будет хорошая производительность. Блин, вообще, какого хрена я сразу здесь не сделал вторую теплицу? Ну-ка, сколько здесь вообще места? А, здесь вторая бы не поместилась. Ну ладно, тогда, значит, я все сделал правильно. Так, исследования у нас стоят на месте. Вот как раз давайте селекцию 120 на 80. Все дерево потратим, ничего страшного. Скоро можно будет, если мы добудем, конечно же, еще одно паровое ядро, улучшить стенной бур, но это не точно, да, нам нужно добраться до паровых ядер или найти в экспедициях, вот здесь вот две штучки, да, у нас, скорее всего, лежит, и где-то еще я видел, да, вот здесь, но это, опять же, это два моста, да, даже в данной ситуации три моста, чтобы все и те ядра собрать, короче, будем надеяться на экспедицию. Слушайте, а какого это хрена, у меня здесь режим не был включен, что ли, все это время, вот это прикол. А я думаю, куда у меня весь уголь уходит? Надо вообще проверить. Вот здесь режим не был включен. Очень интересно, конечно. Чё нашли, ребята? Чё нашли? Груда камней и огромный кратер. Ну, понятненько. Слушайте, вообще нужно придумать какое-то логическое завершение этому прохождению, потому что, по сути, можно играть-то бесконечно, да, на то этот режим так и назван. Я думаю, что когда мы поймем, что мы, в принципе, не испытываем вообще никаких проблем ни с чем, ни с едой, ни с углем, а уже все построено, и, собственно, никаких людей мы не будем находить на карте, мы сразу будем какие-то итоги, наверное, подводить. Я считаю, что это будет правильно. Так, сюда мы собирались запилить уголь. Мы так с вами и поступаем. Возможно, я бы еще один склад под уголь бы организовал. Кстати, по поводу еды у нас все хорошо. Все просто шикарно. Что касается больных, они скоро все вылечатся. На самом деле, дела наши идут в гору. Хочется тогда найти людей уже, что-то достроить, новый какой-то райончик. Я думаю, что новый райончик мы с вами будем организовывать уже вот на этом островке. Мне кажется, это будет прикольно смотреться. Сюда мы отправляем детишек, чтобы они трудились. В общем, все замечательно. Ну что, чем обрадуешь? Старое убежище, разрушенная хижина. Ну давай пока что к хижине, наверное, ломанемся. Будем, возможно, рассматривать вариант о том, чтобы построить все-таки музей. Или как он там называется? Не музей, где он, черт возьми? Архив. 400 и 250, ну такое себе, если честно.
Такое себе. Пока что не очень понятно. А почему у меня все работает? Я просто, видно, когда включал режимы, забыл это все отключить. Вы посмотрите, а я мучился в прошлую бурю-то. Оказывается, надо было просто это все исправить. Ну ладно, это в моем стиле, поэтому ничего нового никто для себя не открыл. Здесь у нас работают инженеры. Все, ждем утро. Ну что, будут новости? Новости будут. Паровые ядра 3 штуки. Вот это хорошо, вот это мне нравится. Так, куда ты можешь пойти? Давай глянем. Можно вот это, пожалуйста, мне закрыть? В принципе, в этой стороне ты один, значит, у тебя вариантов немного. Ты сюда и направляешься 24 часа до прибытия. Ну, собственно, вы видите, да, что всю карту мы уже успеваем оббежать до бури. Кстати, буря уже вот на горизонте. Мы ее в скором времени увидим. И, наверное, мы все соберем. Все, что есть на карте. Ну, вот правые ядра меня радуют, потому что мы сразу улучшаем все добывающие строения. И радуемся, собственно, жизни. Слушайте, я что-то не понял, откуда столько еды? Откуда столько сырой еды? Это какой-то баг, что ли? Посмотрите, 110. Откуда она сейчас взялась за ночь? Походу, игра забаговалась, да? То есть, поняли, да, о чем я? То есть, все равно охотники приносят больше еды, чем должны были бы приносить. Так, сведения от верующих, это все замечательно. Я так и не понял, что нужно делать с этими сведениями. Я не вижу ни хрена, что мне надо нажать или что. Не понимаю я, короче. Вот, видите, небольшая подсказка позволила нам обнаружить. А, ну все, понятно, нам делать-то ничего не надо, мы просто их обнаружили. Ну что тут? Тут, опять же, ничего. Дредноут, погребенный дредноут. Сразу два, что ли? Нет, вот это реликвия. Вот давайте вот до этого сходим. Мне просто кажется, что там есть там есть у нас паровые ядра. А как раз соседний вот этот пункт, я думаю, что вот в огромном кратере это люди. Чё хотите? Найден новый остов. Это все понятно. Слушайте, я бы хотел бы зачистить карту. У меня есть просто свободные руки. Я, наверное, с вашего позволения поставлю вот сюда вот пост добычи один, чтобы они не разбирали... просто на холоде, и попробую быстренько разобрать вот эту кучу угля до сильных холодов, чтобы она просто мне здесь эстетически не мешала, я не вижу в ней смысла. По-хорошему, мы здесь везде уже подразобрали, но вот здесь вот только заканчиваем с деревом, здесь у нас просто готова площадка для того, чтобы дополнительную угольную шахту воткнуть, но как раз ребята нам сейчас подсоберут паровых ядер, и мы все это реализуем. Короче, ребятки, какой-то баг, я вам говорю, что-то с едой непонятное творится, у меня... Не знаю, неужели это вот эти так добывают? 7,2, смотри. Ну, 6,0, хорошо, здесь нет святилища, но как бы... Серьезно? Это серьезно? Посмотрим, вот сейчас будет ночь, надо будет прочекать. Появится ли на утро какое-то большое количество еды. То есть, смотрите, у нас по 3 единицы с каждой, да? То есть, итого здесь вообще 2. Но это не улучшенные, потому что... То есть, вот здесь вот 6, 8 и 10. 10 еды должно вот с этих вот охотничьих хижин приходить. А там пришла соточка. Не совсем мне понятно. Вообще, точнее, непонятно. Давайте тогда, не знаю, вот это изучим. Пускай будет так. Кстати, склады опять заполняются. Я думаю, что время пришло сейчас изучать большой склад и уже с помощью него решать проблемы с перенасыщением. Ну, что скажешь? Незаконченная стройка. Что-то мы ни хрена вот этим не находим парнишей. Ну, давай сходим тогда вот сюда. Это самый дальний пункт, потому что потом уже будем потихоньку возвращаться. Ну, наверное, людей-то мы с вами сейчас найдем, вопрос только, сколько их будет. У нас пока 246 человек, я доходил до цифры в 700, как я уже говорил ранее, и больше потом уже никого обнаружить не мог, но, в общем, посмотрим. Так, здесь можно уголь начать разбирать. Давайте приступим, пускай это будут инженеры, держите вам отопление. Ожидание рабочих почему-то, да? А, потому что у нас заполнились запасы угля. Блин, не знаю, хочется уже большой склад построить. Ну, смотрите, в любом случае, вот сюда большой склад мы уже не построим, потому что нам будет... А просто мешать маленький. Блин, здесь как-то коряво вышло. Ну ладно, хрен с ним. Давайте, наверное, как-то так делать. Конечно, ужасно максимально это все выглядит. Вот эти вот кусочки, которые не дают нам построить. И здесь я потом один большой бахну под уголь, чтобы уже точно с ним проблем никаких не было. Надо один протез сделать. Есть инженеры? Ну, один инженер здесь будет работать. Один протез на следующий день он сделает. А, что-то я хотел сказать. Да, я хотел сказать, что мы, наверное, чрезвычайную смену подрубим. Да и пускай, собственно, они вкалывают. Я сказал... А, погодите, я не туда нажал, просто зачем-то нажал в отопление. Все в порядке. Давайте здесь нажмем тогда и будем потихоньку изучать. Хрен с ним, с недовольством. Где у нас тут храм наш замечательный? Пожалуйста, вам будьте любезны. И давайте-ка чекнем. Вот сейчас 191 единица пищи, да? Я посмотрю сейчас, когда будут прилетать эти ребята.
Они как раз около 6 утра прилетают, сколько пищи станет. Разведчик дошел, замечательно, паровые ядра, сталь, уголь. Это охренительно, еще 3 паровых ядра. Ну, в общем, вроде с ядрами у нас проблем не будет. Давайте найдем уже выживших, я на 200% уверен, что они там будут. Отличненько. Термоизоляция теплиц подъехала. Ну и что мы с вами там хотели? Мы что-то с вами хотели, у меня почему-то из головы это вылетело, я немножечко подзабыл. А, я вспомнил, мы хотели большой склад. Сколько он стоит? 150-75. Ну, немало, но в целом ресурсы все равно у нас по максимуму. И я, конечно, думал, может быть, мост еще построить вот сюда для начала. И, собственно, начинать потихонечку переезд. Ну, то есть у нас просто будут уже мосты в любые стороны. И если нам что-то потребуется, мы просто это строим, а не ждем, пока у нас появится мост и так далее. Да, то есть мы будем уже, так сказать, подготовленные. Это тоже хорошая идея. Пускай склад изучается, я все-таки воткну дополнительный мост. Чего не хватает-то? Почему не хватает, скажите мне. 183. А, 200 древесины нужно. Ну ладно, тогда ждем утра. Люди умудряются еще и умереть, но это, судя по всему, вот здесь. Ой, ну не обессудьте уж, ребятки. Ну бывает такое. Надо просто побыстрее технологии изучать. Не хочется долго ждать, потому что иначе эта игра затянется на 30 серий прохождения. Че нашли? Ничего не нашли, да? Они нашли погребенный дредноут тоже. То есть, в принципе, мы можем здесь найти еще реликвию. Мы это сделаем чуть позже. До бури еще достаточно времени, чтобы побегать. Так, ну давайте-ка смотреть. Собственно, 191 единица сырой пищи. У нас вот 6, грубо говоря, утра, и они сейчас приедут. Проматываем немного. И смотрим, что получается. 221, 241, смотрите. Поняли, да, о чем я? То есть это еще один баг мы нашли. Первый баг это был тогда, когда начали просто пропадать больные, не видно, где находятся люди и так далее. Вот еще один баг. Не работает вот эта миграция животных. Я продолжаю добывать пищу в том же самом размере, в котором добывал до этого. Мне кажется, пришло время немножко ребят согреть и генератор включить на следующий уровень. Зря я лазареты разбирал, в общем, как оказалось, да? Но ничего страшного, бывает. Так, я могу построить в целом уже мост. Давайте тогда вот сюда переезжать. Почему бы нет? Сделаем сразу здесь дорожку. Пускай у нас все будет красиво. Кстати, получается, что если я прокачаю еще один уровень генератора, то, черт возьми, вот здесь он будет совершенно бесполезен. Тоже очень странно, надо было ближе к центру, наверное, генератор-то размещать, нет? Как по мне, или... Ну ладно, это такое себе как бы обсуждение. Пофиг на это место, мы все равно будем пользоваться дополнительными обогревателями и, собственно, размещать их, наверное, уже здесь. Большой склад подъехал, шикарненько. Это отличненько, это хорошо. Что мы хотим? Ну, давайте пока прокачивать первое попавшееся. Не знаю, с едой вроде проблем, как оказалось, нету, поэтому термоизоляция поста добычи пусть будет. Лесопилка нам не нужна, уголь вроде собираем. Опять уголь, кстати, заполняется. Да, нам бы улучшить уже добычу леса. Не так быстро лес добывается, как хотелось бы, но вот для этого ребятишек надо дождаться. Тут аж 6 паровых ядер. Вот, возможно, мы даже что-то еще найдем. Отличненько, мы пришли, и тут действительно выжившие. Давайте сопроводим до города, чтобы никто не погиб. 11, 17, 22. Посмотрим на свободные койки, которые у нас есть. 19 домах опеки, свободных коек 35. Смотрите, 10, 10, 7, 10, 5. Слушайте, а действительно 35. Да, походу? Походу не обманывают. Не очень я понимаю, если честно. Почему так получается? Слушайте, что будем делать с этим? Я думаю, что знаете, как мы поступим? Мы не будем сейчас строить дома. Они придут, мы посмотрим и уже построим, исходя из того, сколько будет бездомных. Еще одна технология подъехала. Я просто, черт возьми, не успеваю. Все слишком быстро. Давайте что-нибудь здесь посмотрим. Термоизоляция больниц, наверное, 120. Нет, что-то до хрена, погодите. Или ладно, давайте сделаем. Все равно, как бы, у нас максимум стали. Дерево вроде нам особо сейчас прям так не надо. Вот сюда бы инженера добавить, конечно, одного. Ну, давайте добавим одного отсюда. Зачем нам собирать уголь инженерами в таком количестве? Сколько угля-то осталось? Ну, 240. Скоро я буду максимально доволен, потому что не будет лишних куч. Это будет охренительно. Да, ребятки, такого я точно не ожидал. Мы уперлись в максимум по еде. Ну-ка. Склад-то мы маленький можем построить. Ну, давайте построим, наверное, еще один маленький склад. Блин, а у меня потом здесь большой не влезет. Ну, давайте тогда, раз у нас здесь есть склад, вот сюда я один еще воткну. Все-таки я рассчитываю, что сюда большой поместится. Но если не поместится, уж черт возьми, я попробую снести, поставить большой под уголь. Там сколько-то, 4500. Я думаю, что его точно должно хватить. Ну что там, разведчик, уголь и сталь. Прикольненько это все, конечно. Я так понимаю, что это тупик, да? Ну и все, нам остается тогда дредноут, собственно, с реликвией, за которым мы пойдем. Так, склад готов. Здесь у нас будет что? Давайте, наверное, сырую пищу. Потому что... Из этой пищи можно будет больше сделать, если что, пайков. И, кстати,
Почему бы нам не рассмотреть уже такой вариант, чтобы перейти на обычную пищу просто и не париться? Я думаю, что ребята будут очень довольны этим, поэтому мы так и поступим. Так, у нас немножко холодает. Что у нас тут? Буря на горизонте. Ну, это мы в курсе, ладно. Тут нам все понятно. Я так понимаю, что вы хотите все-таки, наверное, отопление, да, либо чего-то такого подобного. Ну, давайте включим тогда на следующий уровень генератор, чтобы все чувствовали себя комфортно. Блин, здесь люди подзамерзли, наверное, из-за того, что просто они не ловили никакую дичь ночью, так как было переполнено. В общем, не совсем понятно. Вообще непонятно, точнее. Блин, всем холодно. Какого хрена происходит-то? Вроде должно быть нормально. Нет, все, все исправилось. У нас сейчас разведчик доходит до следующего пункта. Что хотите? Сведения от верующих. Эти верующие меня достанут рано или поздно, я вам точно говорю. Давайте посмотрим, что находит разведчик. Нет, не ты, дружище, а вот ты. Еда и сталь. Забираем ресурсы, в принципе, все, больше мы ничего не находим. Блин, нам получается вот сюда налево надо только бежать, да? Да, получается, что так. Ну и хрен ты с ним. Так, короче, этот уголь меня достал. Нам вроде хватает на большой склад ресурсов. И, о да, он сюда помещается. Это замечательно. Вряд ли второй здесь поместится, но если что, маленькими складами все это дело облепить можно будет. Замечательно, все, строим большой склад под уголь и уже точно, наверное, на ближайшее время про эту историю забываем. Очередная технология, ребятки. Ну вы поняли, да, как сейчас все будет выглядеть? Не знаю, можно тогда прокачать вот это. Нас сейчас немножко больше голодных ртов станет. На это у меня просто не хватает, 120 древесины нету у меня. Ну сейчас, мы ждем вот паровые ядра, вот они уже подъедут сейчас. И мы начнем улучшение среди ночи. Давай, дружище, мы тебя очень ждем. И смотрим, что у нас получается по людям. 29 человек не помещается. Так, что это означает? Это означает, что мы все-таки, наверное, будем ли строить здесь новый райончик? Наверное, мы построим, давайте просто так, это будет выглядеть прикольненько. Здесь еще у нас района нету, хотелось бы как-то рационально, возможно, один здесь такой подогреватель, один потом вот здесь поставить, да, где-то. То есть, соответственно, нам нужна дорога, которая пойдет, по моим скромным подсчетам, вот так. Еще раз проверяем. Блин, нет, надо чуть-чуть сюда ее сместить, это неправильно. Это, черт возьми, неправильно. Давайте-ка вот так, наверное, тогда вот это мы уберем сейчас. И я думаю, что вот это будет вполне себе ничего. Конечно, можно расширить область парового центра, но это неинтересно ни хрена. Давайте чуть ниже вот так вот сделаем. И построим несколько домов. Тем более у нас сейчас для домов подъедет термоизоляция. Начнем, наверное, прямо отсюда. Раз, два, три построим как раз. И, возможно, даже ребятам сделаем бойцовскую арену. Даже не то, что возможно, а 100% здесь будет бойцовская арена. И здесь что у нас еще будет интересненького? Здесь, наверное, можно расположить, например, дом молитв. Почему бы нет? Пускай он тоже будет, они будут явно рады. Ну, а что касается этого разведчика, ну, как бы, блин, я не вижу смысла его отправлять, он помрет. Я боюсь, что вот этот-то помереть может, да, уже? Блин, наверное, да. А что у него есть-то вообще, три паровых ядра? Нет, друже, знаешь, давай-ка ты пойдешь домой. Пожалуйста. Успеваешь ты один день, один час. Блин, да должен, да, вообще, так-то еще до бури вон сколько времени. Хрен ты с ним, с этим, с этой реликвией. Нам бы сейчас главное сохранить паровые ядра. И, кстати, рабочий день закончился. Мы, в принципе, если нам хватит ресурсов, сейчас что-нибудь перестроим. Паровой стенной бур, вот, улучшенный стенной бур нам нужен, как минимум. И у нас есть еще с вами паровые ядра. Это значит, что мы, как и договаривались, вернули бы лазарет, только нам не хватает на это дерева, к сожалению, черт возьми, поэтому мы его улучшим в следующий раз. Слушайте, мои подсчеты оказались неверны. Еще одному человеку не хватило жилья. Давайте это быстро вопросик решим. У нас хватает ресурсов, тем более. Замечательно, а всех обогреваем? Все, всех обогреваем, ну прям шикарно. Новый райончик растет, вот сюда бы еще один я построил, чтобы это все выглядело вообще красиво. Может быть даже и вот сюда один обогреватель, но это уж совсем, наверное, будет. Но ничего страшного, что со складом у нас наконец-то? Наконец-то склад готов, уголь мы завозим. Ждем разведчиков тогда домой. Они привозят нам, соответственно, наши замечательные паровые ядра. Сейчас наш стенной бур будет работать максимально круто. Кстати, наверное, здесь нету часовни, да? Почему-то. Сколько часовня стоит святилище? 10 древесины, которые у нас нету. Наверное, сюда надо добавить часовню и, собственно, помочь немножечко увеличить добычу дерева. Еще похолодало. Прикольненько. Давайте папа обогреем. Что-то он там замерзает. Вообще, в целом, ситуация вроде у нас теперь более-менее нормальная. Уголь сейчас будет копиться в больших количествах. Вот здесь почему-то людей постоянно не хватает. Они, так я понимаю, обморожение получают и ложатся в больницу. Ну да, вот замерзающих 8. Если посмотреть, кто это, идет на работу. Давай посмотрим.
пост добычи замерзающий, да, это вот эти ребята, наверное. Давайте пока выключаем, мы в следующий сезон, так скажем, разберем этот уголь, потому что сейчас до того, как буря не пришла, еще температура будет достаточно холодная. Здесь, кстати, мы тоже, я так понимаю, разбираем, да, 5,5 в час, то есть сейчас вот это все испарится, и мы, ребята, отпустим уже на какую-нибудь другую работу. Погибло 5 людей, вы что, прикалываетесь? В экспедициях? Блин, буря догнала его, черт возьми, это обидно. Это действительно обидно. Все, пост добычи здесь больше не нужен. Замечательно. Что касается дерева, дерево подъехало. Я хотел, кстати, посмотреть, сколько добывается дерева сейчас с стенного бура. По 24 в час. Это просто охренительно. Это значит, что, ну, как бы у нас проблем больше с ресурсами не будет. Мы можем построить с вами вообще все мосты и, собственно, не париться. Ну что, я думаю, что будем завершать эту серию. В целом нас опять ожидает буря, все как всегда. В целом вроде все сейчас неплохо. Мы опять нашли очередной баг, который, да, нам все-таки задача, которой на самом деле нет, скажем так. И вообще, я думаю, что все у нас получится уже. Посмотрим, как будем находить быстро людей. Хотелось бы просто попробовать максимально большой город отстроить. Ну и на этом потом уже завершить. Ну а в целом спасибо, что смотрели. Ставьте лайки под видео, подписывайтесь на канал. До новых встреч и пока-пока.